В британском городе Булуэлл на свет появился младенец с редким врожденным пороком – экропия сердца, при котором сердечная мышца находится вне грудной клетки. Медики сообщили будущей маме о диагнозе, когда та была на 9-й неделе беременности, при этом отметив, что шансы на выживание у ребенка малы. Более 90% новорожденных с экропией сердца рождаются мертвыми или погибают в первые дни жизни. Несмотря на неутешительные прогнозы, родители решили оставить малыша. Девочка родилась живой, ее трижды прооперировали. Спасали маленькую пациентку более 50 медиков, ей сформировали новую грудную клетку и поместили в нее сердце. Это уникальный случай, отмечают врачи. Новорожденная стала первым человеком Великобритании, кому удалось выжить с подобным пороком.